Друзья, всем привет! С вами Олеся Селезнева, и в этом видео я хотела с вами поговорить на очень важную тему, что же может помочь от запаха пота. Итак, самый действенный способ, самый практичный, это, конечно же, принять душ с качественным гелем для душа. Но не всегда у нас в течение дня есть такая возможность. Конечно, мы с вами можем спастись от жары в холодном офисе, да, где работает кондиционер, либо в салоне автомобиля, где также мы можем включить автомобиль, но это менее практично. Так вот, третий вариант, который сработает на 1000%, это хороший антиперспирант. Но не все антиперспиранты одинаковые. Специалисты компании Armel нашли идеальный рецепт, который работает, друзья, на 1000%. Это разработка новой российской компании, что очень важно, да. Дезодорант безопасен, он содержит ионы серебра и экстракты растительные. То есть этот дезодорант подходит для чувствительной кожи. Он действительно работает. Вот вам просто нужно проверить, чтобы понять, что действительно есть такая защита от неприятного запаха пота. В течение дня вы не чувствуете никакого, ну, запаха, во-первых, да, во-вторых, нету липкости, нету ощущения мокрого, да, это очень важно для мужчин, да, потому что они в рубашках, если они потеют, это все равно видно. Поэтому дегустируем, приобретаем, рекомендуем. Смотрите, как он работает. Я вам покажу на руке. Он, кстати, классная новость, он без запаха. То есть вы можете не изменять своему любимому аромату. Он идеально сочетается как с женским, так и мужским ароматом. Итак, я вам протестирую. Представим, что это подмышка. Мы нанесли дезодорант. Ощущения очень приятные. Как я уже сказала, нету липкости, нету никакого запаха, нет никаких высыпаний, очень комфортно. Ну, естественно, нужно подождать немножечко, чтобы он впитался. И уже буквально через минутку дезодорант начнет работать. Готовы проверить? Берем салфеточку. Абсолютно сухо, а это значит, что ни одна бизнес-встреча не пройдет у вас, поставив вас в неловкое положение. Подписывайся на канал, ставь лайк и до новых видео. Пока-пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.